так это все упаковано. На стол допустимая нагрузка 15 килограмм, и на отделение можно еще добавить 12 килограмм внутрь. Так собирается каркас. Паз-паз. Так. В столешнице есть вот такие липучки велкро. Они фиксируются на каркас для более надежного крепления, чтобы он не улетел. И в самом каркасе сшиты алюминиевые ребра жесткости по всей длине. Их получается посередине две штуки, одна и вторая. Берем кухонное отделение. Вот такая вот вставочка на дно идет. Внутри какой-то пластик, достаточно тяжелый. Вот как раз вот это отделение 40 литров. Так, теперь его оденем. На направляющие и зафиксируем их в пазах. С одной стороны и с другой. То же самое проделаем. Внутри поверхность ламинированная, видно. Здесь используется Oxford 1680, очень плотный. Видно, что он с пропиткой. Все края обстрочены специальной лентой, износостойкой. Так, фиксируем вторую часть. Вот так вот выглядит в собранном виде. И сверху уже фиксируем столешницу. Достаточно плотно входит направляющий, что в целом хорошо, послужит дольше. Вот. Здесь есть кармашек, куда можно убрать, например, вот этот вот велкро или что-то положить, полезную мелочь какую-то. С другой стороны кармашек пустой. Вот так вот будет выглядеть наш собранный столик.